Археологи обнаружили сразу несколько поселений древних людей, которые жили на территории Карелии в эпоху мезолита. Об этом пишет пресс-служба Института археологии Российской академии наук. Во время раскопок на северо-востоке Ладожского озера в окрестностях реки Уксуньоки, где сейчас строится трасса Оланец-Вяртеля, нашли следы поселения с 5 по 2 тысячелетия до нашей эры. Археологи обнаружили остатки жилища с очагом, а также более 6 тысяч предметов, в том числе различные орудия труда, такие как мотыги, ножи, скребки и другие инструменты, изготовленные из местных природных ресурсов. Раскопки стали первым масштабным исследованием мезолитических стоянок севера-восточного Приладожья.